Йоу, канал Гнусавы Летсплей приветствует всех своих зрителей и подписчиков. Меня зовут КТ2Г, и сегодня мы окунемся в атмосферу одиночества и амнезии в игре Homesick, что в переводе на русский «Скучающий по дому». Это инди-проект от компании Lucky Paws, успешно преодолевший краудфандинговую площадку для независимых разработчиков Kickstarter. Сюжет в данной игре заключается в исследовании заброшенного дома, который полон секретов и потайных уголков, с целью узнать, кто мы есть на самом деле. В игре нас будут преследовать кошмары и различного рода иллюзии, порой смешиваясь с реальностью до такой степени, что будет сложно отличить, что есть что. Но для того, чтобы вернуться к прежнему образу жизни, нам необходимо будет преодолеть все эти трудности. Ну что ж, приступаем. Игра на английском языке. Я надеюсь, что моего небольшого уровня познаний хватит для того, чтобы комфортно играть. Ну, если нет, я уверен, эти трудности можно будет преодолеть. В большинстве случаев все понятно. И... Листик бумаги. Надо посмотреть. Цветочек, человечек. Счастье на его лице. Ой-ой-ой, какой тут свет. Игра разработана на движке Unreal Engine, поэтому... Ох, какие вспышки. Поэтому все выглядит вполне себе даже приемлемо и красиво. Потому что подобного рода игры любят делать на Unity, на движке Unity, который всем уже осточертел. Давайте включим свет, посмотрим. Ничего не изменилось. Очень атмосферно. Заброшенный дом. Причем заброшенный очень давно, судя по всему. Если посмотреть, вот уже цветы на полу растут. Оконные рамы вынесены все к черту. Луна спит. Так, давайте осмотримся. Книга. Ох ты. И как это понимать? Я не знаю. Но надо запомнить, что в этой книге что-то есть. В этой тоже. Так, надо найти, наверное, какой-нибудь дешифратор. Потому что просто так разгадать этот шифр не... Ой, ё-моё. Не удастся. Так, давайте осмотримся. Так, тут посуда старая и грязная. Письмо. Либо лист. Так, давайте присядем. Посуда. Ничего интересного. Книги. Ничего интересного. Давайте подойдем к столу. Может, что-нибудь есть здесь. Хотя я уже осматривался. У меня есть только листик. Причем половинка. Мне необходимо, скорее всего, найти другую половину. Что-то мне подсказывает. Так, выйти на балкон я совершенно не могу. Так, стоп. Секунду. Трава. С ней делать нечего. Давайте опять посмотрим в туалете. Воды нет. Нет, есть. Ничего интересного не происходит. Давайте посмотрим, что в другой комнате. Открываем замок. Открываем дверь. Ага. Какие коридоры здесь. Жути нагоняющие.
Блин. Топор. Это мне нужно. Как открыть? Все. Эй. Почему? Неужели я так слаб? Я... Что делать? Как мне тебя вытащить? Так, это бесполезно. Так, дверь не открывается, она заперта изнутри. Ну что ж, другого выхода нет, как идти по коридору. Блин, какой он жуткий. Ну блин, как все красиво, а. Так, внимательно осматриваемся. Так, 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 давайте посмотрим, что здесь есть. В книгах по-прежнему непонятные шрифты, шифры точнее. Все непонятно. Машина красивая, безусловно. Давайте присядем. Здесь пусто. Здесь тоже ничего интересного. Так, книга. Так, ну книги меня не радуют. Почему-то они на непонятном мне языке. Так, необходимо что сделать? Так, необходимо посмотреть, вот что у меня в инвентаре. У меня есть половина рисунка. Ребенок, цветы, видимо, слева. Так, тихо, что-то было. Нет, мне показалось. А, вторая часть этого рисунка, там, наверное, будут родители. Необходимо это найти. Так, фотография неактивна. Тоже шрифты. Это что такое? Какая-то точилка для карандашей, наверное. Всякий мусор. Здесь оконные рамы целые. Блин, как солнце слепит, а! Ой-ой-ой. Вода. Можно поплескать ее. Ясно. Давайте еще быстренько осмотримся в этой комнате. Так, в этой комнате нет ничего интересного. Пойдем дальше. Какой жуткий коридор. Что здесь вообще было? Что это за дом такой? Тоже на непонятном языке все. Так. Ничего, ничего. Это что такое? Фотография. Спальня. Какой-то чемодан. Обрывки страниц от книг. Ой, солнце. Как прикольно здесь это сделано, а? Я сам щуриться начинаю. Так, давайте посмотрим шкафы все. Комоды. Закройся. Очень такая спокойная музыка играет, душевная. Атмосферная, я бы даже так сказал. Мне нравится. Чувствуешь себя реально одиноким. Такая спокойная, умиротворенная музыка. Так, ну с книгами все понятно. С книг... Вот эта книга интересная, да, очень. Угу. Девушка, мужчина. Так, учитывая тот факт, что лист мне залетел в окно, то, может быть, есть смысл искать продолжение этого рисунка на верхних этажах? Давайте осмотримся тихо, аккуратно. Секунду. Ну да, все верно, все верно. Так. Эта дверь заклинила. Надеюсь, там никакой бабайки нет. Так, здесь тоже был топор. Так, но здесь хотя бы свет есть. Уже не так жутко. А вот здесь света нет, здесь очень жутко. Поэтому давайте посмотрим, что же происходит здесь. О, ключ. Надо вытащить его. Так, этот ключ я обломал. Поэтому, да, дверь не открыть.
Видимо, этим ключом можно будет открыть ту дверь дальнюю, которая, рядом с которой топор. Ой, как ничего не видно, я не могу пройти. Видимо, солнце мешает мне идти. Я что, вампир какой-то? Так, тихо, осторожно. Надеюсь, я никого тут не встречу. Не очень бы хотелось мне кого-то встретить здесь. Я кирпичей наложу сразу очень много. Так, ключи. Давайте попробуем ключами потыркать. Бесполезно. А, нет, я ошибся, потому что здесь нет замка. Необходимо найти замочную скважину. Так, тихо, я застрял. Замочную скважину. Где-то был чемодан. Чемодан был не в этой комнате, он был в другой. Возможно, ключ подойдет к нему. Ну, хотя чемодан опять же стоял неровно. Он стоял вообще на боку. Но давайте посмотрим. Да, так и есть. Никак не подобраться. Значит, не от него. Надо, значит, будет сейчас смотреть все двери, в которых есть замок. Другого я пока выхода не вижу, варианта. А, ну, собственно, вот оно. Маленько я не туда побежал. Вставляем. Открываем. Комод. Так, что у нас здесь есть? Ведро. Ходить пугать всех. Так, надеюсь, оно нам пригодится. Да, оно нам пригодится, наверное, чтобы набрать воды. Для чего еще ведро нужно? Чтобы воды набрать. Так, ну пока больше здесь ничего интересного не вижу. Пойдемте посмотрим на воду. Так, а может с ведром получится здесь пройти? Нет, не получается. Света сильно много. Так, ну что ж, давайте наберем воды. Так, открыта дверь. А, нет, мне показалось. Так, бам-бам-бам-бам-бам. Где-то здесь была вода. Нет, в другой комнате. В другой комнате, вот здесь. В ванной есть вода, я даже плескался. Да. Прекрасно, берем ведро, наполняем. Теперь самый интересный вопрос, что дальше? Я всю воду из ванны достал. Растение, точно. Наверное, в моей комнате нужно полить траву, ну, цветы. Главное, чтобы никаких тут бабаек не было. Ох, как жутко. Вот они, цветочки. Давайте их польем. И что дальше? Вот трава начала расти. Цветы распустились. Так, надо, наверное, сорвать. А что дальше делать? Ох ты. А, нет, я не могу выйти на балкон. По-прежнему. Так, а если мы сейчас поставим ведро сюда? Бесполезно. Так, ну что дальше-то делать? Цветы распустились, безусловно. Так, ведро. Картинка. Почему-то, когда этот листочек достаю, он всегда зевает. Либо мне кажется. Нет, мне кажется. Просто совпадение. Так, может, лепестки цветов должны указать направление, куда мне идти. Вот они падают на кровать. Да. Да, необходимо было лечь. Мама дорогая. Так, что теперь нужно делать? Так, теперь я могу спокойно выйти на балкон. Ай! Так,
Так, так, так, бежим, бежим, бежим. Я не знаю, что это. Так, вот теперь мне необходимо, думаю, пробежать дальше. Какая жуть, а. Так, где я иду, за мной по пятам эта фигня растет. Тихо, 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 тихо. Нужно думать и без паники. Вот дверь, она мне даже подсвечивалась. Ломаем ее. Прекрасно, свет, пора просыпаться. О, блин, ну и напугался же я. Так, хорошо, теперь у меня есть топор наверняка. Нет, топора по-прежнему нет. Так, 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 да, теперь мне необходимо, видимо, пройти в ту дверь, которую я сломал. Почему я не могу... А, все, топора здесь больше нет. Прекрасно. Это многое объясняет. Смотрите, здесь эта дверь открыта теперь стала. А-а-а, все, я понял. Я открыл вот эту дверь, в которой торчали ключи. Открыл я ее тем, что взломал. Видимо, днем я не могу, свет меня не пропускает. То есть, смотрите, здесь я сейчас пройти не смогу, потому что сейчас день. И видите, меня солнце слепит и прижимает. Вот. Ну что ж, это уже интересно. Так, ключи. Интересно, можно будет их еще достать? Да, можно, прекрасно. Лишними не будут, пускай валяются в кармане. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь я выйти, конечно же, не смогу. Да, вот сразу пару шагов делаю и все, упираюсь. Пам-пам-пам-пам. Ой-ой-ой, как слепит. Подушка. Давайте-ка встанем, пока, видимо, еще не готовы мы. Мы еще не готовы. Так, 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 чтобы здесь спать. Здесь необходимо, наверное, будет спать. Сейчас, если я правильно понял механику, то есть здесь мы проделали кое-какие действия и потом легли спать. Вот. Так, не открывается, тут шифр. Так, шифра я не знаю, нужно будет искать. Угу. Так, задвинься, пожалуйста, а. А, все, остальные не открываются. Так, здесь шифр везде. И шифра я не знаю. Листочек с неизвестным языком. Какие-то коробки не открываются, так. Газеты. А, да, все прекрасно, я все понял. Спасибо. Фотокарточки. Какой-то нефтеперерабатывающий комбинат. Отлично. Все здесь везде одно. А, может быть, этот дом имеет отношение к нефтеперерабатывающему комбинату? То есть здесь живут работники, точнее жили. Еще карточка. Так, здесь у нас мост, корабль. И с мостом что-то не так. Либо наоборот, стадия строительства. Ну, хотя сомневаюсь я. Так, еще фотография. Человек. Какая-то была авария, значит. Скорее всего, мост упал, обрушился. Так, необходимо узнать пароль. Давайте пройдем дальше по коридору и посмотрим. Так, здесь ящиков никаких. Здесь, конечно же, ух ты, открылся. Эй! Фу-ху-ху-ху-ху. Это было жутко. Так, темный угол. Блин, страшно, но куда деваться? Так, выход в какой-то спортзал. Пока мне доступа нет. Ладно, исследуем другие углы. Какие-то капли. Капли, ага, может, ведро можно будет сюда опять поставить?
Давайте обойдем все это дело. Посмотрим, что здесь. Здесь хода нет, скорее всего. Да, так и есть, хода нет. Сильно светло. Так, давайте спустимся. Так, дверь не открывается, но у меня есть чудо-ключ. А где он? Вот он. Нет, не получается. Видимо, с другой стороны открывается дверь. Либо просто банально выламывается топором. Так, давайте достанем ведро. Интересно, она наполнилась? Видимо, пока еще нет. Пускай наполняется. Так, куда я еще не прошел? Не прошел, там еще, да, был ход. Смотрите, дверь. Я ее не пробовал открыть. Очередной какой-то комод. Листик. Прекрасно. Прекрасно. Ничего не понятно. Абсолютно. Так. Ну что ж, давайте попробуем прилечь. А, хотя цветы, наверное, нужно. Да, цветы необходимо полить, чтобы они распустились. Это обязательно необходимо делать перед сном. Надеюсь, ведро полное. Нет, оно не полное. Странно все. Очень странно так. Воды пока нет, и поэтому я цветы полить не могу. Необходимо ждать. Скорее всего, вода наполнится по какому-нибудь триггеру. То есть необходимо сделать какой-то... Вот оно что. Все, понял. Этого я изначально не посмотрел. Так, пузырь. Надо его чем-то проткнуть. У меня есть ключи. Хотя это... Не знаю. Так, возможно, в комоде... Прошу прощения. Возможно, в комоде что-то есть. Такое... Чем можно спровоцировать? Нет. Вот этого я не понимаю. Где-то какой-то предмет. Давайте осмотримся. Блин, непонятно. Непонятно многое. Странно. Нужно, наверное, что-нибудь найти, чтобы спровоцировать обильный поток воды. Так. Куда-то, наверное, можно все-таки этот ключ использовать. Но вот куда? Так, здесь мне потом дальше надо будет идти, когда я усну.
Как-то все странно. Очень странно. Так, дверь не открывается и не поддается. Воды нет. Ух. Давайте попробуем свет включить. Вода не наполняется. Все это очень странно. Так, это розетки. Вот тоже какие-то выпуклости. Видимо, здесь раньше был потоп. Вода здесь тоже. Крыша, точнее, потолок протекал. Ага, газета. Зашибись. Так. Интересно, что нужно сделать? Я думаю, вода в ведре не появится до тех пор, пока пока я не сделаю какое-то действие, неважно какое. Так. Я уверен, что это связано с ящиками. Просто уверен. Секунду. Баксы, баксы, цены главное есть, а почему-то со шрифтом беда. Странно. Необходимо, видимо, найти какой-нибудь листок с информацией, с цифрами, с шифром. Стоп, а может быть там есть информация где-нибудь в тех комнатах, откуда я изначально пришел? Интересно, кстати. Надо будет посмотреть туда. И убедиться, точно это или нет. Мне нужны цифры, 4 цифры. Так, тут глухо, все глухо. Тоже непонятно. Так, меня интересуют именно листы. Необходимо читать листы. Я уверен, что разгадка кроется именно в этом. Thank you.
Так, давайте посмотрим в другой комнате. Глухо. Тоже глухо. Так, последняя комната, из которой, собственно, я и вышел. Так, здесь тоже все пусто. Так, ну что ж. Давайте, я думаю, на этом серию мы закончим. И в следующей все эти загадки, я уверен, я их смогу все раскрыть. Поэтому, друзья, спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока.